Российского дзюдоиста, он в белом кимоно, Якуб Шамилов. В белом кимоно его соперник, поляк, Варчижек Патрик. Ну, Шамилов у нас из основного эшелона сборной. Ох, как, походу, там Томои Наги. Прям так легко, красиво, но без оценки. 4 победы имеет Якуб Шамилов на мировых турнирах. Вавричек его соперник. Третий был на юниорском первенстве Европы, но далеко, в 15-м еще году. И вот здесь встреча началась. Пока вот по активности преимущество имеет Шамилов. Вот это уже отражается и на табло. Дают замечание Шидо его сопернику Вавричеку. Не смог. Как-то так подскользнулся, упал Вавричек. Спокоен, уверен в себе Шамилов. Но сосредоточен, внимателен. Вот еще по ходу движения, так с захватом, что-то падает Вавричек. На первом татами также борется россиянин Мурат Чопанов. Ну вот Мурат у нас из юниорской сборной попал сюда. Но посмотрим мы эту встречу. И если будет возможность, мы перейдем на татами 1. Пока смотрим на татами 2. Пока у нас лишь Шидо имеет преимущество. Якуб Шамилов. Нет, прям так, без особого труда останавливает попытки соперника Шамилов. Пытается дотянуться до руки, взять захват. Не дает ему это сделать Вавричек. И второе наказание получает. И вот так потихоньку наращивает свое преимущество Якуб. Именно за счет вот этих замечаний. За счет вот двух шида уже. Третьего шида не будет. Вот сейчас перехватил захват. И Сиои Наги попытался провести атаку с колен. Не получилось. Мате команда по-прежнему спокоен. Шамилов и имеет преимущество в этой встрече. Так, одна из немногих попыток сейчас дзюдоиста из Польши была попытка атаковать, но ее также пресекает на корню Шамилов, не дает развитию атаки. Переигрывает своего соперника, переигрывает тактически, физически. И пока вот Вавричек ничего не может предпринять. А на первом татами Мурат Чопанов двумя вазари решает задачу со своим соперником. У него словак-поляк. И вот раскатал он словака. Раскатал два вазари. О, да. Япон. А здесь Шамилов. Шамилов ставит победную точку этим приемом, этим броском. И так относительно уверенно, не хочу сказать легко, но уверенно проходит своего первого соперника. Перейдем на первый татами. Там у нас продолжение.